Добро пожаловать в Мексику. Что привлекает туристов в Мексике? Это, конечно же, огромные роскошные отели, великолепное питание, ультра-мега-супер, все включено. Только на завтрак тут как минимум 5 свежевыжатых соков. А также смесь истории, наследие майя, шикарная экскурсионная программа, флора, фауна. В общем, все в пользу курорта Мексики. Buenos días, ¿qué pasa? ¿Cómo está? Испанский прекрасный язык и прекрасный мексиканский сервис. Сейчас мы находимся в местечке Playa del Carmen, отель Iberostar Paraíso del Mar. Реально здесь очень работает круто персонал, все с тобой здороваются. Бармены, которые работают с утра до ночи в режиме нон-стоп, всегда улыбаются, шутят, смеются и очень непринужденно делают коктейли. Чаевые, конечно же, приветствуются. Также очень-очень-очень крутая уборка. Реально очень хорошо убираются в номере. Хорошие песчаные пляжи. В отеле хороший вход, можно плавать, волны не очень сильные, вполне себе с детками можно плавать. Отель находится на территории 5 отелей, 5 отелей объединенных в комплекс, 5 звезд, 5 звезд с плюсом и 5 делюкс. Это категория 5 звезд, полностью соответствует своей категории. Вдоль всей огромной территории отеля ездят багги, поэтому вам не обязательно ходить. Можно заказать багги, довезут прям до моря, очень удобно. Вот мы сейчас гуляем, видим с вами два ля карт ресторана. В один из них мы ходили, очень было вкусно, Ля Дорада. Рыбная кухня, очень понравилось. Несколько ля карт ресторанов в отеле, множество баров, система мега ультра супер пупер, все включено. Даже в центральном ресторане очень прикольное питание. Не обязательно ходить в а-ля карты, но в принципе почему бы не попробовать, если это включено в концепцию. Очень большая красивая дизайнерская территория. По территории утки, вот фламинго розовые, еноты на сухе ходят, всякие хорьки, сурки, павлины. В общем, полное единение с природой. Очень нравится, как оформлен центральный ресторан на воде. Очень приятно здесь и завтракать, и обедать, и ужинать. Есть рестораны прям возле пляжа, далеко ходить не надо. Можно там пообедать. В общем, берегите вашу фигуру. Здесь для всех комплексов отдельно стоящий двухэтажный фитнес-клуб. Можно позаниматься, сбросить лишний вес, который вы набрали от великолепного питания, и текилы. На пляже, в баре очень-очень-очень большие очереди всегда, но бармены работают очень круто. Можно вообще с пляжа не уходить, есть всякие снеки, картошка фри, гамбургеры, начосы, сыр. В общем, можно наесться всякой гадости прямо на берегу и наслаждаться в природой в полном объеме. Вот как выглядят корпуса трехэтажные, прям вдоль всей территории отеля. Также в отеле есть просто гигантский бассейн. Полотенца в отеле выдаются по карточкам. В принципе, хоть отель и находится поодаль от тусовки, везде ехать не так далеко. Экскурсионку спокойно отсюда можно делать. Не так далеко до парка Шкарет. Это такой национальный природный парк, в котором множество животных, свой пляж, можно поплавать с маской-трубкой, грот есть. В общем, есть чем заниматься, а вечером вечернее шоу проходит национальное, которое рассказывает про все вехи истории Мексики. Скажу честно, достаточно скромные с моей точки зрения номера, достаточно уставшие. И такие без пафоса, без какого бы то ни было люкса. Есть
номера с одной кроватью, в них душ, и есть номера твины с двумя кроватями, в них ванна. Вот, выбирайте, что вы больше любите. Параиза Дель Мар. Стандартный номер. Нет ванны, к сожалению. Вот таких больших диспенсеров все. И шампуни, кондиционеры, и гели для душа, полотенечки. Такой номер скромный, но большой. Это огромное здание, это детский клуб, который сделан для всех отелей. То есть дети со всех отелей, 5, приезжают в этот детский клуб. Делится на 2 категории, от 4 до 7 лет и от 8 до 12 лет. И у них определенная программа по возрастам. Такой большой классный детский клуб. Делятся на зоны, всякие тут лазалки, кинотеатры. Смотрите, разные костюмы, видимо, делают представления с детьми. Здесь есть ресепшн, где принимают детей. Также есть место, где детей кормят. Так что можно отдавать ребенка и не переживать, его здесь накормят. Вам понравился детский клуб? Мне кажется, очень крутой. А особенно его крутость в том, что он работает до 22 часов. Если вы никогда не были в странах Карибского бассейна и начнете узнавать страны по Мексике, больше вы не захотите никуда ездить. Это 100% попадание и беспроигрышная страна для всех. Вкупе с прямым перелетом и достаточно невысокой ценой сейчас можно полететь на 11 ночей. Вот ровно на 11 ночей мы здесь. Это такая самая оптимальная, по моему мнению, оптимальное количество ночей, потому что недели, конечно же, мало так далеко лететь. Вы только будете приходить в себя от джетлага и так далее. 2 недели уже там совсем перебор, и не все могут на 2 недели отпроситься. Вот 11 ночей идеально. На 11 ночей на двоих сейчас есть туры, начиная от 160 тысяч рублей. Часто вы меня просите в комментариях и в личке говорить стоимость туров. Очень не люблю это делать, потому что цены катастрофически быстро меняются. И я вам сейчас назову... цену, а через месяц она будет не актуальна. И, конечно, не хочется разбрасываться несуществующими ценами, но на данный момент есть множество предложений полететь в Мексику где-то от 160 тысяч, это 5 звезд, все включено.